Лира моя многоликая, и Мукаддас Мамласузум. Небольшая фраза из стихов Габдулы Тукая, которая была переложена на музыку. И теперь расскажу о спектакле, который был поставлен в татарском театре Нур. Нур, что означает свет. И в этом спектакле открывалась четвертая камерная маленькая сцена спектаклем про жизнь, творчество с лирическими и музыкальными отступлениями, про жизнь великого татарского поэта Габдулы Тукая. Габдулла Тукай прожил очень короткую жизнь. По меркам творческим он мог творить, творить, творить. Прожил всего лишь 27 лет. И создал очень много за небольшой срок своей жизни. Создал он и сказку «Шурале», которая стала балетом, и стихи он написал, которые стали гимном для всех татар, родной язык. И много книг и сказок для детей он написал, много стихов, которые были переложены. Площадка сценическая, которая абсолютно небольшая по своим размерам, и нужно было разместить на небольшой площадке все то пространство, которое будет игровым. Здесь идет пространство, созданное по задумке режиссера, все происходит действие в раю, где встречаются души друзей, родных и близких Тукая и его самого. И зона, которая живая, которая приближена к зрительному залу, так как Тукай всегда понятен для всех и вся. И вот эта вот зона, она имеет совершенно другую фактуру и задачу. Здесь фотография Тукая, здесь рабочее место Тукая. Из архива взятые моменты, это вот чернильница с собачкой, это вот маленький такой штрижок, который на самом деле был у Тукая, то есть это вот взято из этих вот из реалий, да, то есть из музейных архивов, которые вот были найдены и вот здесь были воссозданы. Декорации очень простые, легкие, мобильные и представляют собой четыре панели, которые на протяжении всего спектакля от закрытой зоны сценической открываются потихоньку и рассказывают всю сюжетность. На панелях, эти панели собой представляют и могильные усыпальные плиты, и какие-то легкие листы, и в тот же момент они представляют собой рисунок тамбурной вышивки золотом, которой занимались татарские женщины в начале 20 века. Это было очень интересно, модно и популярно. И вот этот дух этого начала 20 века в Казани здесь за счет этих вот панелей представлен. Достаточно простая, лаконичная качель, которая является и местом встречи для возлюбленной Габдулы Тукая Зайтуны, которой он посвятил стихи, и необходимая для сцены спектакля Габдулы Тукая с его мамой, которую он потерял в 4 года, периодически является закрытым эта зона картины, на которой такой образ такого воздушного райской картины, которая непонятна для зрителя сначала, и они видят в ней кто цветочную поляну, кто сиреневый сад, кто ангельские крылья, потому что они созданы из перьев ва и в виде вот крылья по образу и сочетания оттенков цветов и на цветов сирени. Так как Габдулла Тукай родился весной в апреле и умер весной, он как цветение сирени настолько краткосрочен в своей жизни, но настолько обилен и
сирень – это все-таки цветы, которые для уюта, для семьи, которую он никогда не создал. Он расцвел и столь быстро же завял. Но листва сирени, зеленая до поздней-поздней осени, вот, и остаются зелеными. Это как поэзия Тукая, которая жила, живет и будет жить очень долго, пока мы о нем помним. И ряд эскизов, которые представлены в дополнение к макету, это встреча с Зайтуны, возлюбленной Тукая, где они поют лирическую песню и кружатся с легким прикосновением, только друг за друга они держатся легким прозрачным платочком. Они даже друг друга никогда не коснулись, но так вот чисто друг друга любили. И сцена из тоже взятой из жизни Тукая, он после долгих скитаний из семьи в семью, после смерти родителей, находит приют в медресе, в мечети, и здесь вот они со своим другом вспоминают молодые годы, когда они писали стишочки про мол и высмеивали иногда их, и все это им прощалось.